В Белом зале музея имени Бурылина состоялось чествование журналистов, которые освещали всероссийскую перепись населения 2010 года. Наиболее активным сотрудникам теле- и радиокомпаний, печатных и интернет-изданий вручили ведомственные медали за заслуги в проведении переписи населения. По всей Ивановской области к ведомственной медали представлены более 1500 человек. Еще 700 жителей региона награждены почетным дипломом Федеральной службы статистики. Ведомственной медали удостоена сотрудница телепрограммы «Родное ТВ» Иваново Фариза Шуралиева, которая регулярно освещала подготовку и проведение всероссийской переписи населения. На эти и другие вопросы уже в октябре поможет ответить самое масштабное социологическое исследование страны – всероссийская перепись населения. Без СМИ мы вообще бы не смогли разъяснить людям, особенно в районах, о том, что такое перепись, как она будет проходить, в какие сроки. Даже то, как будет выглядеть переписчик, потому что же много под видом переписчиков мошенников ходило по домам, мы это все знаем, мы не смогли бы рассказать людям. И поэтому мы благодарны всем нашим СМИ.